Дедушка. Я слушаю. Как твое здоровье? У меня все там плохо уже. А как твои дела? А старика чего? Стариков есть, старик есть. Ты помнишь, как зовут твоего внука? Саша. А чем твой внук занимается? Программирует. Мозг создает. А ты помнишь, чем твой внук занимался, когда был маленький? Вот увлекался. Пособирает ее, умеет фотографировать. Ты понимаешь, что ты умер? Я знаю. Плохо это, конечно, но что делать? Мне тебя не хватает.